На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. С прицелом на медали мужская команда гандбольного клуба «Гомель» готовится к новому сезону. До конца этой недели у гандболистов беговая подготовка во Дворце легкой атлетики и работа в тренажерном зале. С ближайшего понедельника начнутся игровые тренировки. В межсезонье состав команды Сергея Цыганкова претерпел серьезные изменения. Выступления за клуб завершили сразу 7 гандболистов, новичков 5. Ставку делали на опытных игроков. Усиление коснулось практически всех позиций. Соглашение подписано с белорусами. Голкипером Владимиром Корсаком, правым крайним Станиславом Шафаловичем и левым полусредним Иваном Телепневым. И украинцами, разыгрывающим Сергеем Орловским и линейным Евгением Кравченко. Последний, кстати, успел поиграть в чемпионатах Украины, Польши и Испании. В составе Гомеля гандболист намерен бороться за награды чемпионата. Занять с Гомелем третью позицию минимум. У нас задача третья – побороться за СКА за вторую строчку. Так, конечно, очень интересно сыграть с такими командами, как Брест, который выступает в Лиге чемпионов. Ну и СКА Минск. Очень крепкий коллектив. Очень интересно, очень много знакомых с этих команд. Хотели встретиться на площадке и доказать свою силу им. По мнению главкома гомельчан Сергея Цыганкова, состав подобрался боеспособный. Побороться за бронзу национального чемпионата у команды есть шанс. Ставку делают не только на своих и приглашенных опытных гандболистов. Результата ждут и от молодежи. В прошлом году они большой получили, будем говорить так, аванс игровой, потому что так сложилось, что пришлось молодым игрокам, 17-18-летним, вытягивать, играть много в чемпионате, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, не хотелось форсировать подготовку, потому что ни к чему хорошему это не привело бы. Поэтому я думаю, что в этом году уже по показателям с отпуска, как вышли они физическим, и по сейчас сегодняшней работе видно, что молодежь, она в принципе обязана добавлять. В августе команда Сергея Цыганкова примет участие в двух международных турнирах в Гомеле и Запорожье. 31 августа уже старт чемпионата страны. Хоккейный клуб «Гомель» объявил о подписании еще одного новичка. В стан «Рыси» перебрался форвард Илья Серегин. Соглашение с россиянином рассчитано на 1 год. За плечами хоккеиста 178 матчей и 67 результативных баллов за различные клубы ВХЛ. И 181 игра и 108 очков за команды чемпионата Казахстана. В составе «Сыроарки» он стал чемпионом Казахстана. Евгений Кондраченко победил в традиционном международном турнире по шашкам 64 «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. На соревнованиях выступили 74 спортсмена из 5 стран. Гомельчанин по итогам турнира набрал 14 очков из 18 возможных и опередил россиян Михаила Горюнова и Григория Гетманского. Также Евгений Кондраченко победил и в турнире по молниеносной игре. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».